Привет всем! Сегодня воскресенье, 18 июля. Поехал я купаться, короче. Выезжаю из села Пришетровнево. Сейчас в туннельчик заеду. Что-то сегодня разъездились. Ой, какая яма большая. Еду купаться на дамбу, как всегда. В принципе, одно более-менее нормальное место поблизости. Душно, жарко. 33 градуса сейчас или сколько? На 33. Ходить буду сегодня недолго. Километров 10-15. Всего лишь. Покупаюсь-то домой приду. Возможно, той же дрожь еще съеду. Солнухи. Убрали. Велик у меня сейчас проблемный. По седельной трубе стучит. Так, мне сейчас сюда на чуть до туннельчика подъеду. Заднее колесо восьмерит. Хоть передний переклюк настроил. Цепь теперь не трет. Хорошо вчера поехал, конечно. Где-то тоже есть съезд. Я в прошлом году обнаружил. Сейчас проеду все. А, вот здесь. Сейчас проеду ее полностью и потом вернусь. Туннель хороший. Спуск небольшой. На грунтовке прям чувствуется, как заднее колесо ведет. Тут пыль, короче, слой пыли такой хороший. Но ощущается. На асфальте практически разницы нет. Я там его не равнял. Хоть у меня и есть ключ спецной, потому что уже домой приеду, спицу вставлю, чтобы меньше потом выравнивать было. Сколько подсолнухов. Красотища. Грунтовочки тут, конечно, размытые чуть-чуть после дождей, наверное. Реально мощные подсолнухи. Ну, что значит, дожди были. Так, ну дорога, конечно, это жесть стала. И что меня скатывает в эту колею, что ехать неудобно. Не туннельчик, небольшой совсем. Сейчас выйду на дорогу, посыпанную щебнем, гравием всяким. Тут дачи раньше были. Я в прошлом году блуждал как раз. Все колеса все попробивал. Симпатично тут, а ну дорожка. Дорожка желает лучше. Вот сколько я сюда ездил, Черкесска. Так
такая самая дорога была. Ни лучше, ни хуже. А может уже и хуже. Водичка уже видно. Красоты наши. Что на дамбе никого не видно. На удивление. Хоть кто-то на есть обычно. Кто со мной давно, то, конечно, это все помнит. Я сюда каждый год езжу, снимаю. Подъеду на это место, потом уже более детально покажу и эту, и другую сторону дамбы. А где же его вставать? Уже плиты все в камышах. Тут место хорошее. Ну, конечно, позарастало конкретно тут все. Но мне надо такое место, чтобы было хоть видимость, есть змеи или нет. То, что после вчерашней что-то не как-то неловко с ними встречаться. А, вон там есть люди, кстати. Как все позарастало. Змейки, кстати, здесь любят жить. Ну, всякие там водяные уже и гадюки. Ну, водяные уже, наверное, тоже есть. Во, хорошее место. Даже тенек есть вот. Что-то тут шарудит. Скользко вылазить. То есть залазить тоже, кстати. Так, ну что, давайте я расскажу про трек. Поставил 28 колеса. Конечно, ехать поприятней, чем на 26-х, именно по укатанным дорогам. Да и по неукатанным тоже можно. Конечно. Но едется легче. Педали крутятся легче. Все это делается легче. Переходнички заказал под вибрейки, чтобы колодки
стали выше. Тормозят, в принципе, отлично. Вообще проблем нету с тормозами. Так все по-старому. Думаю, разве что сменить этот передний переклюк. Вообще убрать его или дабл, или одну звезду. Вообще, как настраивать их, это моя самая большая проблема. Именно с передними тройниками. Дабл настраиваю без проблем, а вот на три звезды это уже, конечно, проблема. Так, ну поехали. Накупался немного. Восемь километров я сюда ехал. Там-то сосны, даже машина стоит. Неужели еще работает? Наверное, да. И там даже вода, что ли, видно. Неужели качают? Поеду той же дорогой. Не буду сильно велик мучить. Нам завтра еще на Никополь вечерком. Конечно, перед большими поездками надо было основательно протестировать. Ну, я ездил на велик 3 раза. 90 километров. В принципе, ничего такого серьезно не выявил. Но велик что там, прямая дорога. Практически. Вчера оно все показало. И подъемы. И дорога убитая. Тряска, все такое. Только что цепь порвалась. Это, блин, мне интересно. Ух. Поеду так. Тут я сворачивал, когда сюда ехал. Теперь эта хреновая дорога будет идти вверх. Классно тут осводка, что ли. Так, я, наверное, сокращу немного. Кстати, сейчас 31 градус. Всего лишь на пару градусов температура упала. Поеду сюда, как и вчера ехал. Так, ну все, в общем-то, да. Завтра, получается, возвращаюсь на Никополь вечерком. А на той неделе уже планирую все-таки поехать в Великую Александровку, потому что рассветы у нас все позже и позже. Мне надо, блин, до леса добраться хоть, чтобы видно что-то было. Там будет у меня 2 леса. Поеду на дизельке я до Белой Крыныти. А потом прокачусь немного по району или по Александровскому и Высокопольскому. Так что на этом все на сегодня. Подписывайтесь на канал. Всем пока и до скорого.